у тебя вахта там, я тебя плывет. А, вахта? И все вокруг плывет. А вот как-то двумя ты видишь все. И здесь, и там, и вокруг. Ну, проще двумя на самом деле. Не потерять периферийное зрение и видеть то, что происходит вокруг. Достаточно попаданий. О, хорош. Нет, о, вот и в голову. Так, раз. Вони потрібні постійно тим, хто зі зброєю, для того, щоб підтримувати себе в формі і підвищувати якість навичок володіння зброєю, ну, для кращого виконання своєї роботи. От 24-го так я прокинувся з початком війни, ну, от, збираючись їхати на роботу. 8 років люди якось намагались все, ну це ж не тут, це ж не в Харкові, це не в Києві чи ще десь. А зараз всі це побачили. Якщо раніше це було все більш локально, так, дуже важкі бої були, я ну, не можу цього ну, не згадати, але ну, не так, як зараз. Саме от масштаби. Двумя глазами сейчас? Двумя. Вот 30 патронов не за 200 было. Когда человек в бою будет видеть мишень, он сначала видит мишень, а не автомат, потому что он не будет идти по мушке. Они отрабатывали быструю вскидку, то есть на опережение соперника. Как только он свелся с орком, он сразу делает по нему выстрел. Или по двум оркам. У них начинают к 30, там, к середине, короче, ихних стрельб, у них начинают дрожать руки, даже дрожать дыхание. И они привыкают в бою, потому что в бою, как бы ты там ни бежал, или ты просто в лесокопа взял автомат, у тебя уже будет идти мандраж. Это не здесь, это там, это совсем другие условия. Они к этому привыкают, привыкают к выстрелам, конечно, с каждым разом вокруг них. И они как бы закаляются, оттачивают навыки своей стрельбы, точности, меткости. Врага никогда нельзя недооценивать. Есть люди, которые туда приехали непонятно зачем, которые не знают, что они делают и просто идут как мясо. А есть реальные толковые военные с их стороны, которых, ну, которые в некоторых планах обученнее, чем мы. К примеру, минометчики, у них пулеметчики, они действуют тактически, просто так они не работают. И с ними надо, конечно же, иметь знания, чтобы с ними бороться. И физическую, и военную выдержку. Но мы победим все равно. Это не проблема, это просто еще один уровень. 8, 9, 10. Молодец, 11, 12. В першу чергу людям не забувати все ж таки про те, що йде війна. Якщо ти не можеш фінансово, то будь ласка, йди ставай пліти сітки. От, або допомагай якимось іншим чином. Ну, дуже багато роботи для цивільних, але всі чомусь такі. Ну, я ж не військовий, я ж що я можу зробити? Тому вони просто складають рученьки і чекають чогось.